Бездарная внешняя политика России и ее провалы на всех направлениях стали настолько очевидны, что о них уже открыто заговорили даже лояльные Кремлю пропагандисты. Например, на днях не выдержал и сорвался известный прокремлевский медиамагнат Арам Габрилянов, который в эфире канала «Соловьев Лайв» обвинил российский МИД Захарова и Лаврова в том, что они провалили свою работу, и из-за них Россия проиграла практически везде, и в Грузии, и в Украине, теперь еще и в Армении. Арам Габрилянов является владельцем ряда популярных пропагандистских ресурсов, в том числе канала Life News, который еще в 2014 году сыграл большую роль в разжигании войны в Украине, а также популярных телеграм-каналов Mesh и Варгонза. Габрилянов абсолютно лояльный Кремлю персонаж, но теперь из-за идиотской политики российского руководства сдали нервы даже у него. У меня, честно тебе скажу, у меня даже к армянам таких особых нет претензий. Потому что а что они понимают, ничего они не понимают. У меня претензии есть к нашей с тобой стране, в которой мы родились, в которой мы живем, и особенно к нашему МИДу. Интересная смена риторики. Если обычно российские власти и прочие подконтрольные им пропагандистские рупоры обвиняют в бедах и провалах России кого угодно, кроме самой России, ну это обычно правительство соседних государств, всяких фашистов, англосаксов, страны коллективного Запада, то Арам Габрилянов прямо говорит, что у него претензии в первую очередь к российскому министерству иностранных дел, то есть по сути к одному из столпов путинского режима, к Сергею Лаврову. И Габрилянов именно его обвиняет в том, что Россия терпит поражение и стремительно теряет влияние на постсоветском пространстве. Ну вот мы с Грузией облажались, получили по башке. С Украиной получили по башке, теперь с Арменией получаем по башке. Но сколько можно на грабли наступать? Сколько? Понятно, что пропагандист, конечно же, не может упомянуть Путина и заявить о том, что это он виноват, что Россия ведет такую провальную политику. Это из-за Путина Россия проигрывает и теряет влияние везде, от Украины до Армении. Но в то же время понятно, что именно это Арам Габрилянов и имеет в виду, потому что ну, для всех очевидно, что никакой Лавров на самом деле самостоятельное решение не принимает и самостоятельно политику, внешнюю политику, я имею в виду, России не определяет. Он только исполнитель, он только исполняет те решения, которые возникают в воспаленном мозгу его шефа Путина. И по факту Габрилянов как раз и говорит о том, что это Путин ведет эту политику. То есть на канале у Соловьева фактически прикормленный пропагандист прямо говорит о том, что вот Путин своими безумными шагами фактически приводит к тому, что Россия теряет влияние в соседних государствах и теряет друзей. Но дальше там начинается вообще самое смешное. Арам Габрилянов открыто признает, что цель России – это подчинить себе все соседние государства и сделать их, по сути, вассалами Москвы, а потом тут же искренне удивляется, почему же при таком подходе у России ничего не получается и с ней никто не хочет иметь дело. Мы же великая империя, это наша зона ответственности. У нас есть свой интерес. Мы хотим, чтобы вокруг нас были государства, которые лояльные нам, государства, которые, по сути, которыми мы так, ну, если прямо говорить, мы имеем на них влияние, и, по сути, мы ими управляем. Такие должны быть государства. И люди, которые так откровенно презирают всех своих соседей, совершенно открыто говорят, что их цель просто всех себе подчинить, тут же искренне удивляются, почему же Америка везде переигрывает Россию и действует намного эффективнее. Как же у нее так получается? Но почему американцы нас все время опережают? Ну все время. Может быть, все дело в том, что они просто уважают людей и не говорят, что Украина и Казахстан это какие-то выдуманные неправильные государства, что у украинцев язык какой-то неправильный, не такой искусственный. Может, все дело в том, что американцы говорят, что они хотят сотрудничать с государствами, они заявляют, что они хотят их
подчинить. Вот вообще это просто потрясающе. То есть россияне бредят вот этим своим мнимым имперским величием. С откровенным презрением отзываются о своих соседях, о тех народах, которых они называли раньше там братскими, союзными. Россияне открыто заявляют, что их цель просто превратить всех в какие-то полуколонии, подчинить себе. А потом они искренне удивляются, что они проигрывают на международной арене. Не понимают, откуда берутся антироссийские настроения. Не понимают, чего от них сбегают союзники. То есть они реально не проводят причинно-следственных связей. Ну так что я могу сказать? Вы продолжаете в том же духе, еще не то увидите. Друзья, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны до сих пор. Обязательно оставляйте лайки и комментарии. Это важно, так видео получит больше охват и больше людей узнают правду о происходящем.